В Горном опять перенесли начало смены. Севастопольские школьники и их родители в четверг утром несколько часов ожидали заезда в лагерь, однако их отправили по домам. Об этом сообщает интернет-портал «Форпост». Отец одного из школьников рассказал, что изначально заезд в Горный должен был состояться 5 июня, но потом его перенесли сначала на 8, затем на 13 июня. Когда родителям удалось дозвониться в департамент образования правительства Севастополя, там сообщили, что вопрос открытия первой смены в Горном решается. «Еще день-два и позвоним вам», – ответили в ведомстве. Директор детского оздоровительного центра «Планета детства», в который входят лагеря «Ласпи», «Горный», Алексей Сидоренко, отказался называть дату открытия первой смены в лагере «Горный», предложив все вопросы адресовать в департамент образования. На вопрос, как продвигаются в лагере строительные работы в спальных и медицинских корпусах, которые были обнаружены в ходе внезапной проверки прокуратуры Балаклавского района в конце мая, Сидоренко подчеркнул, что лагерь к приему детей готов. Напомним, ранее правоохранители зафиксировали невыполнение обещаний правительства города о строительстве спальных домиков для детей и медицинского корпуса. У нас 5 корпусов не построено. Это у нас подрядчик зашел. И, будем так говорить, работы практически прекратил, начиная где-то в апреле, перед майскими праздниками. Вот. И на праздники люди не выходили, потому что праздники. Вот. Ну, к сожалению, вот. То, что случилось, то случилось. Как сообщает интернет-портал «Форпост», директор департамента образования Игорь Белозеров отказался комментировать ситуацию по телефону, предложив направить официальный запрос.